Фильм взят из Киносток. Оракул предвидит плод вашего союза. Ребенок будет мальчиком. Его имя Друзот. Биосканирование определяет, что он больше всего подойдет для военной гильдии. При отсутствии непредвиденных помех он завоюет 467 планет и уничтожит 233 миллиарда инопланетных форм жизни. Нет, это невозможно. Проверьте еще раз. Оракул сказал свое слово. Пожалуйста, что-то пошло не так. История моей семьи — это история триумфа и жертв. История того, как мы возглавили восстание против тирании. И как на мои плечи пало бремя спасения нашего мира. Из будущего идет некто, чтобы разрушить Криптон, потому что твоему внуку предстоит стать величайшим героем Вселенной. От автора «Человека из стали» и «Темного рыцаря». Новая история, которая изменит легенду. Эта история не о том, как погибла моя семья, а о том, как мы жили. Криптон. Смотрите в конце марта.